Так, друзья, мы снова на участке номер 2 из 3. И сейчас смотреть тут есть на что. Но основная цель наша сегодня — это манжурские абрикосы. Вот это еще не они. Это Украина. Они никак не хотят становиться такими, какими были на Украине, не просто крупными, а огромными. Я уже теряю надежду. Прививка. Абрикос персиковый. Вон, если видно. Ладно. Коротенько мы глядели сюда, а тут уже упал. А мы уже видели это, идентифицировали. Здесь тоже уже нету. Так, яблочки созревают. Но главное не это. Смотрим сюда. Остатки питомника Сергея Железова. Вот, все еще используем каждый квадратный метр, поэтому губим почву, мы губим дерн. Но это потому, что в стране нету земли. Она есть, вон она зарастает соснами, но так и не дали. Вот. Не дали человеку, который должен был разделить ее на 40 гектарных участков и продать минусинцам. И желающие были. Сейчас там сплошные сосны. Больше она никогда не будет пахотной. А здесь вот теснимся все еще. Вот так выглядят абрикосы. Вот, посмотрите. Видите этот прирост, да? Вот. Я с него уже брал черенки. Вот. Это где-то метр. Но к осени будет 2 метра. Вот. Интересно, что за сорт? По-моему, академик. Академик, да, академик. Вот такие приросты. Это маточный сад. Ветки пойдут на продажу. Лучше бы я их не продавал. Вот. Но я вынужден, иначе ноги протянем. Не только я, еще много людей. Так. А все еще идем пока мимо. Все еще мимо проходим. Абрикосов Бродского. Вот это тоже персиковый с юга Украины. Тоже не оправдался. Вот. Никак не могу я справиться с этой делом. Это трудно объяснимо, но факт. Так. Смотрим сюда. И, наконец, подходим к абрикосам Юрия Васильевича Бродского. Вот это первое, на нем уже плодов нет. Так, но перед этим мы фильм уже снимали. Дальше пойдет нумерация. Так, сейчас посмотрю, идет запись. Ага, идет. Вот это второй. Сейчас мы посмотрим, что там осталось. И как они выглядят. Вон они. Приближаем. Это номер 2. Вот. Смотрим на всякий случай отсюда. Нет, пожалуй, все, что вы видели, это все, что осталось. Мы с него уже косточки собрали. Абрикос номер 3 сразу за ним. Вот. Я проезжал, но до конца так и не проредил. Смотрим на него. Есть плоды другого типа, желтые, видите? Вот так выглядят. Урожайчик был небольшой. Вот. Вот он, урожайчик. Ага. Это был номер 3. Дальше пойдет поинтереснее. Мы еще ждали, когда созреет. Номер 4 он созрел первым. Мы с него собрали фактически ведерко. Вот, кстати, номер 2. Вот отсюда еще хорошо видно, оказывается. Давайте еще вернемся к нему. Номер 2. Так, этот вы уже мы нагляделись. Это значит 4-й. На нем мы еще проводили эксперименты. Сами видите.
Результат будет потом. Так, смотрим. Ух ты, ой, интересно, когда. Ты откуда яблочко взялось-то? Это надо же. Это тот самый злосчастный, несчастный из Крымок. С той самой посылки. Вот, мы еще ждали веточку, чтобы ее перепривить. Вот. Ой, это первый раз увидел. Вот такое внимательное. А что на нем написано? На бирочке. На бирочке написано «Белый Бальви». Белый Бальвиль. Бальвиль. Ух ты. Ну, это ясно. Импорт-экспорт. Так, ладно. Идем дальше. Идем дальше. Итак, есть этот четвертый, вот это пятый. Если на нем что-нибудь сейчас увидим. Помню, несколько плодиков было. Ага. Ну, они упали, они попали в общую кучу под названием смесь ассорти Бродского, потому что разделять было нечего. Вот это вот интересно. Если это пятый, то вот это шестой. На нем довольно приличный урожай. Вот. Ага. А вот тот-то интереснее намного. Если это шестой, то седьмой вот так выглядит. Как бы нам до него добраться? Он более культурный. Вот это уже седьмой. Так. Ага. Вот это уже седьмой. Ну, сейчас до него доберемся. На нем очень приличные плоды. И на шестом тоже. Сейчас я попробую до шестого добраться отсюда. Вот отсюда, отсюда. Вон они. Сейчас буду приближать. Вот так вот. Не знаю, что-нибудь видите, нет? Вот. Я еще не пробовал. Вот они. Это шестой. А вот это вот, который мешал смотреть, это уже седьмой. Седьмой. И мы видим очень культурные плоды. Вот, все, может, ближний план. Давайте смотрим. Вот так они выглядят. Вот так вот. Вот, неплохо, да? Вот этот чуть ли не самый культурный. Так, а восьмом я рассказывал, что он у нас был мной не погублен, но покалечен. Я с него черенки брал, рассылал именно друзьям, нефтерпеливым. И у него верхушка отсохла из-за нескольких ран. Поэтому он сейчас без урожая. Но выглядел он на тот момент очень как культурный. И наконец девятый. Его еще ждать и ждать. Вот он уже выявляется поздний. А позднее это что? Позднее цветение — это лучший урожай. Давайте это проверим. Смотрим. Да. Мы видим, что? Что урожай приличный. Вот он весь. А пока его плохо видно. Здесь, скорее всего, пол ведерка будет. Вот, пожалуй, и все. Вот они 9. Вот сейчас я еще я фотографировал. Еще два плодика висит на одном из тех, что за забором у соседа. Это я так прижать пришлось. Все. Смотрим теперь еще раз со стороны. Итак, вот эти деревья. Вот они. Ой, они все мощные. Ой, красавцы. Ой, как бы показать эту мощь, это надо встать рядом с ним, чтобы вы видели вот эту высоту немеренную, вот эту вот, да? И вот, значит, это было посажено из косточки, еще раз говорю, приходится трудно поверить, клянусь Богом, что это весна 2015 года, косточка, рост такой, то смотреть жутко. Высота, мощь. Вот. Ну и после этой, сегодня чуть ли не первый день без дождя. Вот. А так, не знаю, как получилось, что во всей России они гниют. Вернее, я-то знаю. А здесь ни единого пятнышка. Убедились? Вот так. Один немножко выделяется своей голенастостью.
выделяется. А так в целом 40 градусов мороз для них нипочем. Это Маньчжурия, это Сихотолинь, это Бродский Юрий Васильевич. И привет от Бродского. Операцию сделали. Когда сделали? Дней 7-10 назад. Он все еще в больнице. Конца не видно. Передаю от него привет. Благодарю за внимание.